Всем привет, друзья! С вами Юрий Синицкий. Мы продолжаем исследовать диатоническую губную гармонику. И сегодня я проиграю миксолидийский лад в семи тональностях. Для начала давайте поговорим, чем миксолидийский лад отличается от мажорной гаммы. В миксолидийском ладу у нас понижена седьмая ступень. Без бендов миксолидийский лад у нас можно сыграть в тональности соль. Естественно, я сейчас говорю про домажорную гармошку. В тональности соль от 6 до 9 отверстия. Лад у нас мажорный. В основе лежит мажорное трезвучие. Просто у нас меняется одна ступенька. Седьмая понижена. Итак, поехали. До мажор. Теперь поехали, миксолидийский лад. Получается, вместо си, седьмая ступень, нам нужно сыграть си бемоль. Си бемоль у нас находится на третьем отверстии, и это первый бенд. Ре мажор. Вспоминаем мажорную гамму. В ре мажоре седьмая ступень — это у нас до диез, это четверка, которая играется с помощью бенда на вдох. Чтобы понизить на полтона, мы должны просто сыграть четверку на выдох и получим нотку до. Ми мажор. Здесь у нас седьмая ступень — это ми бемоль, которая играется с помощью овербенда. Чтобы у нас понизить на полтона, нам нужно не играть овербенда, просто сыграть чистую нотку. Играем четверку на вдох, чтобы получить нотку ре. Едем дальше. Фа. Мажорная гамма. Седьмая ступень — это у нас нотка ми, которая играется на пятом на выдох. Чтобы понизить ее на полтона и получить ми бемоль, мы должны сыграть овербенд на четвертом отверстии на выдох. Таким образом, миксолидийский лад в тональности фа прозвучит у нас так. Соль. Соль мажор. В седьмой ступени у нас здесь фа диез, понижаем на полтона, получаем просто нотку фа. Просто нотка фа у нас играется на пятом отверстии на вдохе. Миксолидийский лад в соль. Перейдем к ля. Ля мажор. В седьмой ступени у нас соль диез, играем бенд на вдох. Для того, чтобы понизить на полтона, нужно сыграть нам нотку соль. Это у нас сыграется просто шестерка на выдох. Миксолидийский лад в ля. Ну и наконец тональность си. Давайте вспомним, как играется мажорная гамма в си. В седьмой ступеньке у нас ля диез, понижаем на полтона, получаем ноту ля. Нотка ля у нас играется на шестом отверстии на вдохе. Таким образом, миксолидийский лад в си на до гармошке у нас прозвучит вот так. Это у нас был миксолидийский лад. В ближайших планах у меня разобрать также в семи тональностях дарийский лад, фригийский лад, ну и натуральный минор. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы все это дело не пропустить. С вами был Юрий Синицкий. До новых встреч. Пока.